Никого нет. О, привет! А где все? И когда они придут? Они не придут. О, не придут? Нет, не придут. Ну как? Я надела красивое платье я надела. Тебе нравится мое платье? Ага, но они не придут. Я так и знала. Они уже здесь. Здесь? И правда, Тюлип уже здесь, готовая привести вечеринку в саду. И я тоже здесь. Всем привет! Как я рада, что вы пришли на мою вечеринку. О, мне нравится твое платье. И мне твое, такое блестящее. А у тебя что-нибудь вкусненькое есть? Конечно, это же вечеринка. Что-то еще нам не хватает для этой вечеринки. Нужно добавить несколько штрихов. Так, и здесь тоже эти ромашки. А вот и они, сюрприз-пакетики. Достаем. И начнем украшать. Качели, по бокам зайчики. Есть даже подставочка и крючочек. Можно их поставить вот сюда. О, и это для меня. Я тоже хочу. Пока я катаюсь. Вот. Добавим еще фонтанчика в форме сердца. Так. О, фонтан! Красиво обстриженный кустик в форме сердца и с белыми бабочками. Вот сюда. Красота! Фонарик. Можем повесить его, кстати, вот сюда. Столик на колесиках. Можно это все поставить наверх. Вот так. Капкейк можно. Нет, сюда. Сахарницу. И столик на колесиках вот сюда. На этот столик мы можем поставить конфетницу. Оп. Ну а в конфетницу конфетку. Оп. На стол мы можем поставить вот такую вот симпатичную свечечку в форме сердца. Так. Лимонад. Оп. О, я хочу лимонад. Хорошо. Наполним вот в этот стаканчик с трубочкой лимонада. Держи. Слаймом? Да, слаймом. Обожаю. Ну, слушай, это вечеринка не для королев, а для принцесс. Понятно? Давай, слезай туда. Я тоже хочу кататься. Хорошо, покатайся. Только иди сначала, сделай мне сэндвич. Сэндвич. Иди сама делай. Чего ты мне это приказываешь? Ты мне здесь не босс. Queen Boss. Почему не босс? А я и есть Queen Boss. А я тогда сяду вот на этот красивый стульчик и буду пить вкусный чай. А я здесь же буду сидеть. Так, кажется, каждый себе нашел место. А мы с вами, ребята, давайте посмотрим, какие петкинсы попались в этих сюрприз-пакетиках. В первом пакетике. О, кто это? Маленькая бабочка. И что это? Баночка, чтобы спрятать эту бабочку. О, бабочка! Бабочка! Так, иди ко мне! Эй, не трогай ее! Попалась! Теперь ты моя! А чтобы плотно ее закрыть, у нее есть подставочка. Вот так. И бабочка никуда не улетит, пока ее кто-нибудь хороший не отпустит. О, как раз этим можно ловить нашу бабочку. Босс, смотри. Что, где? Да вон там, смотри, еще бабочки летают. Где? Лети, бабочка, лети. Ничего, отпустила бабочку. Вот этим сачком надо ловить ее и отпускать. Нет. Иди мне поймай еще одну бабочку тогда за то, что отпустила. Девочки, ваша бабочка здесь. Идите что-нибудь вкусненького перекусим. Здесь. Я тебя все равно поймаю. Поймаешь. Давайте садитесь. А кого-то не хватает. Точно, кого же это не хватает? Мы же забыли про шарик Лол. Конфетти Пап, вторая волна. Так,
Посмотрим, кто здесь у нас спрятался. Наклеечка, татуировка, пленка и камера. Посмотрим, кто сегодня нам попался из этого театрального клуба. Вращаем. Начнем с золотой секции. Очень интересно. Сюрприз пакетик. И в этом пакетике золотая кружка. Вот мне, ребята, везет на этих девочек-фараонов. Смотрим дальше. Розовая секция. Сюрприз пакетик. И в этом пакетике костюм у девочки Фрао Бейб. Дальше. Золотая секция. Вот. Здесь у нее украшение. И последняя ячейка. Оп-оп. Здесь у нас также и ленточка. А здесь туфельки. И, наконец, сама куколка. Здесь тянем, я придерживаю. Вот она, куколка. Достаем. И та-дам! Еще одна Клеопатра в моей коллекции. Привет! Наденем нашей красавице туфельки. Вот так. Кофточку. Юбочку надеваем, украшение. Проверим, меняет ли эта куколка цвет. Опустим ее в теплую водичку. Ничего не происходит. И в холодную. И кажется, что в холодной воде она тоже цвет не меняет. Помните, у предыдущей волосы были белые-прибелые, а у этой просто черные. И с костюмом у нее также ничего не происходит. А у прошлой куколки он светлел. Также накормим ее. И посмотрим, что она делает. И она у нас, ребята, писает. О, а это королева идет! Королева? Это что такое? Всем кланяться королеве! Всем кланяться королеве! Чего? Я не буду! Я сама, босс! О, королева! Кланяйтесь, кланяйтесь ей! Это королева! Что? Я не буду! Наконец-то я ее нашел! И вот он, саркофаг! И не простой, а из настоящего золота. О, посмотрю-ка я на него изнутри. Так. Кто вы? И что вы здесь делаете? Тихо. Так, лучше постражи мои вещи. Вот, посмотри, пожалуйста, за ними. Так, я встану сюда. О, она закрылась. Всем велено кланяться, кланяйтесь. О, кланяемся. Она закрылась. Сейчас я открою. Мамочки! Ну, что это делать? Что это делать? Вы стали мумией! Мамочки! Клонись! То-то же! Это сама королева. Ага, королева пришла на вечеринку. Я пришла на вечеринку принцесс. А мне теперь как отсюда выбраться? Ай-яй-яй-яй-яй! Они все такие нарядные, а я просто в обычной футболке и юбочке. Так. Да, это же вечеринка. И еще не простая, а ко дню 8 марта. О, что же мне делать? Сейчас. Теперь и Челси будет настоящая принцесса, фея и русалочка. Я всегда мечтала стать принцессой. Давайте скорее достанем нашу Челси, а то уже и Ханни растерялся. А вот и Челси с длинными распущенными волосами, фиолетовой диадемой с драгоценностями, с крыльями, как у феи, и они должны сниматься. О, вот какие! Но эти крылышки еще не летают, потому что она еще не поступила в Академию фей. Кофточка напоминает жемчужную ракушечку и тоже вся в звездочках. Яркая юбочка с облаками и радугой. И сандалики с желтыми цветочками. Ты меня узнаешь? Что ты, Ханни? А ему просто эта одежда кажется чужой. Чужой? Скорее примеряй ее, чтобы он привыкнул к ней. Сейчас. И
Так, во что же мы оденем нашу Челси? Посмотрите, какие разные красивые кофточки. Прозрачная розовая блузочка с падающей звездой. И вот такая вот розовая с желтой и голубой вставками. Юбочка, как у феи. И туфельки с повязочками, бантиками и сердечками. Так, юбочка. Надеваем. О, вот это красота! Туфельки, как у балерины. И наденем прозрачную кофточку с падающей звездой. Оп. О, она настоящая фея! Я настоящая фея! Я настоящая фея! Да, Хани, это Челси. Теперь-то ты меня узнаешь? Вот такая вот я фея, а вот такая принцесса. Не хватает только вот этого украшения. Наденем Челси украшение. И точно она выглядит намного лучше. Теперь ты, Челси, готова к вечеринке. Да, и встречать гостей. А вот и они. О, какие они сказочные. А вот и гости, которые пожаловали на вечеринку 8 марта. Смотрите, как много фей, принцесс и русалок. Видать, все получили мои приглашения. Кажется, все, ведь их так много. Вот он. Здравствуйте, я получила приглашение на эту вечеринку от... как же ее звали? Мербэйби. Да, все правильно, это я. Приходите. Спасибо большое. Пожалуйста, очень рада знакомству с вами. Я... Как у вас здесь чудесно. О, феи, летающие крылья. Вы знаете, о ваших крыльях говорят во всей Дримтопе. Все феи обсуждают их. Спасибо. Они у меня и правда чудесные и веселые. Я, можно сказать, только из-за них пришла на эту вечеринку. Да, да. Вот это чудеса! А ничего чудесного здесь нет. В прошлом видео я получала очень много комментариев с просьбой объяснить, как это работает. У Барби феи летающие крылья. Крылышки соединяются вот на таких вот резиночках. Когда я тяну за этот бантик, эта резиночка закручивается. А потом, когда я нажимаю вот на эту бабочку, крылышки освобождаются и резиночка раскручивается. Раз. И два. А эта фея не менее красивая, и у нее не менее красивые крылышки, которые закрепляются на поясе. Они тоже в форме бабочки, на крылышках радуги, облака и звездочки. И сзади тоже голубенькая бабочка. О, у меня тоже такие же крылья есть. Вообще, эта фея очень модная, у нее яркого фиолетового цвета волосы, и мне нравится, как они собраны в пучок на самую макушку. Жемчужного цвета диадемочка, розово-голубая кофточка, вся в звездочках спереди и сзади. Звездочки также присутствуют на ее радужной юбочке, и она вот в таком вот интересном купальнике голубого цвета. Голубого цвета колготочки и также жемчужного цвета туфельки. Настоящая фея! Еще раз большое спасибо, Мербэйби, за приглашение. Пожалуйста! Кстати, там у нас буфет. Вы можете попробовать разные морепродукты, вкусные закусочки и коктейли. Мне очень нравится свежевыжатый апельсиновый сок. Надо попробовать. Обязательно попробуйте. Как насчет свежевыжатого апельсинового сока? Отличная идея. А где здесь буфет? Пойдемте, я вам покажу. Хорошо. Подождите, подождите. И у меня тоже есть красивые крылышки. Здравствуйте! И мы тоже приплыли по приглашению некой Мербэйби. А это русалочки! Здравствуйте! Да, это я всех сюда приглашала. Спасибо большое за приглашение. Мы вам очень рады здесь. Смотрите, ребята, вот так русалочки приплыли на вечеринку. У них у обеих был вот такой вот фон, и значит, они из конфетных полей Дримтопии. И у них цвета такие конфетные. Карамельно-желтого цвета хвост. Конфетами и леденцами, чешуей и звездочками. С
сверху украшенный жемчужинами, и купальник тоже украшен жемчужинами. Посередине бантика леденец и ярко-оранжевые волосы с розовыми прядями. Ободок у нее сердечками и леденцами, и сама она такого шоколадного цвета. А эта русалочка цветов мятной конфеты. У нее бирюзового цвета волосы, розовые пряди, украшение в форме леденца на волосах и на купальнике, а также на банте, который украшает юбочку. О, и на хвостике, который идет в розово-бело-бирюзовую полосочку, а сзади он полностью фиолетовый. О, а хвост какой, посмотрите, как будто бы он хрустальный. Смотри, кого я вижу, это Барби и Айла, поплыли скорее к ним. Поплыли. Столько русалок. Да, я тоже хочу быть русалочкой. А помнишь, я тебе давала хвостик? Точно, у меня же есть хвостик. Я тоже могу быть русалочкой. Да, пойду переоденусь. А вот, ребята, и хвостик у Челси. Блестящий снизу и сверху покрыт разноцветной чешуей. Чтобы превратить Челси в русалочку, снимем у нее босоножечки, юбочку, ожерелье, блузку. И она останется в голубом купальнике. И теперь мы можем надеть ее хвостик. Вот так. И теперь я русалочка, русалочка. Еще русалочка плывет. И смотрите, откуда она приплыла. Это кристальная русалочка. Поэтому у нее и на голове диадема с кристаллами. Посередине огромный кристалл, и вся диадемочка блестит. Ярко-розовые волосы с фиолетовыми прядями. И купальник из огромного кристалла, который держится сзади на маленьких фиолетовых жемчужинах. Фиолетово-розовый хвост с ракушечкой и драгоценным камнем внизу. И сам хвост напоминает огромный кристалл. Вот это да! Как мне хочется быть похожей на нее! Здравствуйте, кажется, здесь вечеринка? Здравствуйте, именно здесь! Отлично! Сэпфайр, иди, мы правильно с тобой добрались! Сэпфайр? О, как много здесь фей, русалок и принцесс! И все они очаровательные! Смотрите, ребята, какая фея прилетела. Ее зовут Сапфир. И посмотрите, какая у нее шикарная диадема. Тоже вся в кристаллах. Ведь они вместе с этой русалочкой добрались вот из таких вот кристальных полей. У нее темно-фиолетового цвета волосы, крылья, поскольку она фея. И эти крылья у нее тоже все в кристаллах. Кофточка сверху тоже украшена кристаллами, и посередине огромные драгоценные камни. Юбочка также у нее сверху украшена тонкими кристаллами, и поэтому она переливается на солнце. У нее фиолетового цвета колготки и хрустальные туфельки, как у Золушки. Мне эта фея Сапфир тоже очень нравится. Кем же теперь мне быть? Русалочкой, феей или принцессой? Скажите мне, пожалуйста. Ну и поскольку все в сборе, то можно начинать вечеринку. Ура, да! Ну что, поехали! Дорогие девочки, поздравляю вас с днем 8 марта! Желаю вам оставаться всегда такими же красивыми, женственными и неповторимыми! И самое главное, не забывайте, что красота должна литься изнутри! И тогда будете такой же красивой, как и я, да? А хвастаться нехорошо. И об этом должны говорить не мы сами, а нам. Ну все, я буду молчать, что я очень красивая.